Благотворительная деятельность – один из приоритетов социальной политики общества «Роснефть-Сахалинмурнефтегаз». Ей уделяется много времени и средств. В последние годы компания активно оказывает финансовую поддержку различным социальным структурам региона, общественным и спортивным организациям, детским образовательным и специализированным учреждениям, учреждениям культуры и искусства. Недавно Ахинский краеведческий музей выиграл грант общества «Роснефть-Сахалинмурнефтегаз» на реализацию проекта «Теплые краски холодного севера». На сумму в более 200 тысяч рублей приобретено 48 живописных и графических произведений ахинских художников. Свои работы нам любезно предоставили художники Владимир Михайлович Жиганов, Наталья Георгиевна Харудинова, Эдуард Викторович Антонов, Лев Иванович Апальков, Раиса Павловна Шерий. Среди этих произведений также экспонируются картины известных ахинских авторов Петра Карповича Шищенко и Владимира Петровича Селиха. Сотрудниками музея подготовлена выставка «Теплые краски холодного севера», на которой представлены 26 работ, приобретенных в рамках проекта. Поступление новых работ в музейный фонд позволит разнообразить выставочную работу и обогатить культурный доступ населения. Сотрудники Ахинского краеведческого музея приглашают всех жителей и гостей города познакомиться с новыми экспонатами.